Друзья, всем привет! Вот, решил покушать. И, короче, сегодня буду кушать доширак с говядиной. Там у меня в холодильнике есть еда, но мне что-то захотелось доширака поесть. Такой вот доширак. Чайник я поставил, он закипел. Сейчас залью это все кипятком и буду кушать. Сейчас, короче, кину эти пакетики сюда, в макароны. Бульон, приправа, вкус говядины. И тут у нас приправа из сушеных овощей. И вилочка одноразовая. Друзья, ну вот, короче, я залил кипяток, настоялось все это дело, постояло около 10 минут, и вот получилось у нас вот такое вот блюдо. Конечно, это нельзя назвать такой офигенной едой, но иногда можно покушать. В общем, друзья, приятного вам аппетита. Вкусненько. Блин, на улице такая погода плохая. Вообще, плюс 6 градусов. Дождь моросит. Тучи. Холодина вообще. Сегодня уже, друзья, 3 июня. Представляете, 3 июня, а температура воздуха плюс 6 градусов. Офигеть можно. Бульончик такой остренький. Вкусненько. Блин, такое горячее вообще. Вот такие маленькие кусочки мяса. Микроскопические. Но я редко ем такую еду, но иногда прям хочется поесть. Хотя у меня в холодильнике стоит и суп, такой натуральный, и колбаса есть, и сыр. Но мне захотелось доширака поесть. Доширак. Сегодня суббота, классно. Я отдыхаю.
выходные у меня. Мой брат сегодня работает. И он, короче, знаете, как он работает со вчерашнего дня. То есть вчера он утром уехал на работу. И они работали вчера день, ночь работали, не спали, а именно работали. Сейчас день работают. И только к вечеру сегодня он приедет домой. Получается, двое суток работал он. Подряд, без сна. Работа, конечно, у него такая тяжелая, на износ. Вкусненько, классно. В общем, даже по такой погоде, друзья, и на улицу неохота выходить. У меня сейчас единственное желание залезть в ванну. Набрать туда теплой воды и посидеть погреться. Блин, лето на дворе. Такая холодина вообще. Блин, классно, так макарончики ешь и тут же бульончиком запиваешь. Вообще офигенно вкусно. Доширак с говядиной. Блин, бульон вообще обалденный. Такой остренький, перчененький.
Ну, конечно, бульон сильно острый, но мне нравится острое, перченое. Бульончик. Друзья, я, конечно, редко ем дошираки. Может, там раз в полгода захочется скушать. А так, крайне редко. Но я говорю, иногда вот возникает желание, да, съесть доширак. Много кипятка я залил, много бульона получилось. Ну, я говорю, бульон классный, вкусный. Друзья, все съел. Всем пока и увидимся. До скорых встреч, друзья.